Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала, а также парфманьяки и любители парфюмерии. Вы на канале Fragrance Mania. Для тех, кто со мной еще не знаком, меня зовут Рам, и это канал о парфюмерии. Итак, сегодня я хочу сделать распаковку последнего из трех ароматов от бренда Frank Olivier, который я приобрел в магазине. И это будет Black Touch. Это аромат мужской и концентрация Eau de Toilette. Если вы не видели распаковку двух предыдущих, то ссылочку я оставлю под видео, и вы сможете их посмотреть. А мы давайте приступим к распаковке. Я вам покажу, как выглядит флакон, как выглядит упаковка, и расскажу вам о своих ощущениях. Готовы к распаковке? Я тоже. Тогда давайте начнем. Вот такая вот упаковочка. Сейчас я раскрою и посмотрим. Не хочет открываться. Очень плотный целлофан. Опа. Вот так вот выглядит упаковка этого аромата. Написано Frank Olivier Black Touch Eau de Toilette, емкость 100 мл. Сверху мы видим логотип, сзади мы видим ингредиенты, и снизу мы видим баркод, и все, в принципе. Номер партии я не вижу здесь. Может, потому что это черный фон, и не очень четко я вижу, но, скорее всего, нет, я не вижу ничего здесь. Теперь давайте я открою упаковку и покажу вам, как выглядит флакон. В принципе, у всех ароматов этой серии флаконы выглядят одинаково. Единственная разница в цвете самого флакона. Вот так вот выглядит флакон. Это черный флакон. Крышка тоже с надписью Frank Olivier Париж. Но эта крышка, в отличие от предыдущего аромата, открывается с большой легкостью. Там я практически не мог с первого раза снять колпачок, а здесь он открывается довольно-таки легко. Вот так вот выглядит флакон. Снизу есть наклейка. И давайте я теперь нанесу аромат на кожу и расскажу о своих впечатлениях. Первый холостой, второй холостой, третий пошел. Итак, старт у аромата не очень громкий, но довольно-таки ощутимый. Я чувствую хорошо в старте ноты пряности, есть легкая цитрусовость и чувствуются древесные ноты. Я вот сейчас вот принюхиваюсь к нему, и я чувствую что-то среднее между Encre Noir и Terre de Guerme. То есть вот такой вот старт у аромата. Аромат абсолютно не химозный, старт у него довольно-таки натуральный. И, как всегда, я должен его разносить и уже сделаю полный обзор на этот аромат. И, как всегда, если вам понравился обзор, то не забудьте оставить свои комментарии под видео. Я прощаюсь с вами, будьте здоровы и до новых встреч. Пока! We'll be right back.